Друзья, всем доброе утро, добро пожаловать на духовный завтрак. Я думаю, мы все согласимся с тем, что каждый из нас проживает какие-то периоды в жизни, когда мы понимаем, что то, что приходит к нам как обстоятельства, не всегда нам подвластно. Мы иногда не знаем до конца, что ждет нас впереди, но то, над чем точно мы имеем власть от Господа, это власть над тем, что происходит внутри нас. Мы не можем совладать с тем, что иногда приходит извне, но каждый верующий человек от Бога имеет способность созидать внутри себя ту атмосферу, которую присуща Царству Небесному. Есть замечательный текст послания Римлянам, 14 глава, 17 стих написано: «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Вот Царству Божьему присуща вот такая атмосфера. Праведность, мир, радость. Также мы из уст Иисуса Христа такое слово имеем, что Царство Божие внутри нас есть. Я верю, что независимо от того, какие обстоятельства приходят к нам извне, иногда мы не можем на них повлиять, но каждый из нас может взыскать Царствие Божие, которое Бог поместил внутрь нас, вместе с Его атмосферой. Мы можем менять атмосферу внутри себя. И даже, может быть, проснувшись сегодня, у вас какое-то хмурое настроение, проведите время с Богом, взыщите этого Царствия Божия, которое уже внутри, и входите в свое наследие, в эту атмосферу, которая есть мир, радость и праведность во Святом Духе. Друзья, не будем унывать, но будем входить в наследие, которое Бог предназначил для нас. Будьте благословенны во имя Иисуса Христа. Аминь.